Короче, слухи. В ближайшее время актер Михаил Ефремов может быть освобожден по условно-досрочному освобождению. По мнению бывшего адвоката артиста, освобождение знаменитости может произойти в ближайшие дни, если не будет подано возражений со стороны пострадавших. Но даже если родственники погибшего в результате пьяного ДТП выступят против освобождения, их действия смогут лишь затянуть процедуру на несколько месяцев, но не изменить решение администрации пенитенциарного учреждения. Это происходит потому, что Михаил Алябич уже отбыл половину срока своего 7-летнего приговора, вынесенного судом, и проявил себя с наилучшей стороны во время пребывания за решеткой. Сейчас интересы Михаила Ефремова представляет другой адвокат. В отличие от предыдущих адвокатов Ефремова, которые больше склонялись к собственной рекламе, этот категорически отказывается вести общение с прессой и давать какие-либо предварительные комментарии и обещания. Что скажете? Любите свою жизнь.